Видео подготовлено каналом Уроки ТВ, номер 85. Найди основную мысль в басне Крылова. Как автор раскрывает основную мысль, на каком примере? Чиж и голубь. Чижа захлопнула злодейка западня. Бедняжка в ней и рвался, и метался, а голубь молодой над ним же издевался. Не стыдно ль, говорит, средь бела дня попался? Не провели бы так меня, за это я ручаюсь смело. Ан, смотришь, тут же сам запутался в селок, и дело. Вперед, чужой беде, не смейся, голубок. Основной мыслью в басне Ивана Андреевича Крылова заключено то, что в словах «вперед, чужой беде, не смейся, голубок» автор раскрывает это на примере голубя, который сначала смеялся над чижом, как сам запутался в селок, сам попал в такую же беду. И поэтому основная мысль «вперед, чужой беде, не смейся, голубок». Понравилось видео? Ставь лайк, подписывайся на наш канал. Если есть предложения и пожелания, оставляй в комментариях. Со всеми прощаюсь, до следующего видео.